28 кастрычніка у Магілёўскай вобласці пройдзе восеньскі суботнік. Нагадаем, гэта будзе своеасаблівая падрыхтоўка да зімы. Але актывісты БРСМ упэўнены, што не абавязкова чакаць суботніка і вырашылі ўжо цяпер дапамагчы навесці парадак на ўчастку адзінокай магілёўскай пенсіянерцы. До Тамары Адамовны Клепча молодь приехала с самой раницы. Кажуть, імкнулися як мага хутчэй дапамагчы бабулі. Некалькі дзён таму гэта адзінокая пенсіянерка звернулася у комитет БРСМ и администрацию Кастрычніцкага района, каб ёй дапамаглі прибрать смецце з двара. Чакаць долго не прыйшлося. И сегодня мы совместными усилиями сотрудников БелАЗа, Могилёвзеленстроя и активом БРСМ решили помочь Тамаре Адамовне убрать наносной мусор у нее на приусадебном участке. Напередодні работники БелАЗа спілавалі небезпечные древы, каб тыя не завалились и не оборвали проводы. Цяпер же молодь разом с работниками Могилёвзеленбуда собрала смецце и галлё и вывезла с двора Тамары Адамовны. Правда, господиня весь час переживала, как справятся подлетки с такой нелегкой справой. Я очень рада, но вы еще совсем молодые. Такая работа не подходит. Тяжело вот так утром вставать, приезжать и ветки разгребать? Нет, это... Ну, мы делаем доброе дело для людей. А какие чувства тебя наполняют, когда ты помогаешь бабушке сегодня? Да, я чувствую, что я могу что-то сделать для этого мира полезное. У ближайших планах допомогчи Тамаре Адамовне зробить новую брамку, бо теперешняя навод не зачиняется. Да и вогуле напереде шмат працы. У осени, у зимку одиноким старым и инвалидам необходимо больше уваги и допомоги. Наталья Юдакимова, Денис Бутылин. Новини региона.